Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу с вами поделиться информацией о том, каким образом можно приобрести саженцы павловни весной 2020 года. Ну, в частности, каким образом я буду это предлагать. Продажи весной 2020 года будут предложены сеянцы павловни. Это супергибрид Powtong Z07. Это павловня войлочная. Ментоза, так называемая, и гибрид 9502. Подробная информация о каждом из предложенных вариантов павловни будет под этим видео в описании к этому видео. Вот именно эти три я буду предлагать в продаже весной этого 2020 года. Какие же условия для приобретения? Приобрести можно будет тремя. Первый вариант – это оформить заявку по предоплате. То есть под этим видео будет форма заявки, в которой вы оформляете необходимое вам количество саженцев, оплачиваете это количество и, естественно, ждете момента, когда они будут выращены и предложены вам их забрать. Это будет примерно конец апреля, начало мая, ориентировочно, для всех видов саженцев. Возможно, какие-то будут раньше. И, соответственно, при таком варианте заказа стоимость саженца будет гораздо ниже, потому что вы оплачиваете заранее, соответственно, стоимость для вас ниже. Второй вариант – это просто предзаказ. То есть это форма такая же, в которой вы просто оставляете заявку на необходимое вам количество саженцев. И после того, как они будут выращены, я с вами связываюсь и говорю, что саженцы готовы, вы можете их забрать. Соответственно, вы приезжаете, их забираете и по месту со мной уже рассчитываете за эти саженцы. Ну и третий вариант – это просто приобрести, приехать уже из остатков, которые будут от первых двух вариантов желающих, то, что уже будет по факту в наличии. Вот три варианта. Три варианта для покупки саженцев весна 2020 года павловни, которые я предлагаю. Если вам это интересно, то под видео будет две формы. Первая форма – это форма по предоплате. И вторая форма – это непосредственно просто заявка о том, что вы бронируете определенное количество саженцев, и тогда я планирую это количество вырастить под вас. Огромная большая просьба, если вы не планируете приобретать саженцы, не надо регистрироваться в форме и оставлять свою заявку. Я буду рассматривать только те, кто действительно интересуется и действительно кто будет приобретать, потому что я буду под вас, под ваши заказы непосредственно выращивать павловнию. И то количество, которое будет заказано вами, в принципе, я выращу, с небольшим запасом на желающих приобрести уже непосредственно в конце апреля, начале мая. Поэтому, если вы не планируете покупать, у меня заказывать саженцы, сеянцы, павловни, заявку оставлять не нужно. Если вы хотите приобрести у меня сеянцы, павловни, то милости просим. Под этим видео в описании две ссылки на две формы. Первая – предоплата, вторая – непосредственно просто заявка на необходимое количество. Вроде бы все объяснил, все рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях. Также в описании к этому видео есть контакты, по которым можно со мной связаться и задать любой вопрос. Там будет номер телефона, который привязан к мессенджерам. Это Viber, WhatsApp, Telegram. Можете, в принципе, добавить мне свои контакты и мне написать сообщение и задать какой-либо вопрос. А на этом, я думаю, все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вам или кому-то из ваших знакомых, возможно, потребуется сеянцы павловни в сезоне весной в этом году, то буду вам благодарен, если вы поделитесь со своими друзьями этим видео. На этом все. До встречи на канале. Пока!